показателей Неймара лучшего образца. Ему нужно 5 или 6 матчей, чтобы обрести максимальную форму. Другое дело, что Неймар – это идеальный громоотвод. Способен не всегда собрать все внимание, не обеспечить партнеров необходимой свободы. Удумительный ночь не выиграл почти год, и скоро выступает. Для Лупида стал лидером и лучшим бомбардиром команды. Там по-прежнему кажется, что Неймар играет неубедительно, а тем временем он лидер чемпионата по многим показателям. Он чаще всем бьет в ворота, чаще других попадает в кровь и создает моменты для борьбы. А где нуба-пачка? Какая нуба-пачка, Виталь? Какая пачка? Ты про что? Ты в одно жало, что ли, бегаешь? Да, я один бегаю. Да тут это... Они открыли сервак 2 месяца назад. Решил побегать на нем. На офи. Жесть какая. Ну ладно, я что-то так поиграть захотелось в линейку. Еще и оф. Там, кстати, обновление вышло. Я уже поиграли. Помню. Так, Виталий, это не мы играли на классике тогда, где Миша был. А это не классика, это обычная старая версия. Где 85 плюс уровень до сотого. На месяц хватило. Ну да, это же линейка. Меня больше не хватает. Да какая разница? Старые, новые. Футбол ты будешь смотреть? Давай, Виталий, засекай носок, меня хватит. Вчера был первый день. Озвучка тормозит. Звук в игре ты имеешь в виду? Плюс на Ютубе забанили за спам. Какой спам? Тебя забанили? Футбол смотреть буду. Нет, читает мои сообщения долго. Нормально читает. Самому что читать?
За частые сообщения на Ютубе не могу там писать сейчас. А. Ясно. Ты где это Россию будешь смотреть завтра? Я через Twitch сижуща. Хазы, пока. Твои предложения. В смысле мои? Я после работы сюда приеду к 9. Ну и дом буду смотреть. Если хочешь, то приезжай, подъезжай где-то, ну, к 9:30. Я может пораньше отпрошусь немного. Блять, пизда, поднимайся, блять. Вот тварь, а. Жопа, блять. Могу прикатить, можно на славянском пересечься. А, ну, кстати, давай. Я-то как буду выезжать пораньше, если получится. Я здесь подъем. Позвоню тогда и пересечемся. Набирай, я как раз затарюсь. Чем затаришься? Ты выше пива не бери только. Затарится он. Давай, о, запрыгнул. Смейлы не читает твоя говорильня. Ну а нафига их читать? Вискарика для себя. А, и ты уедешь в говно, да? А Миша где будет смотреть? Что случилось? Пиво для тебя и хазы кого? Не, я пиво не буду. Мне на работу потом. Я водички попью, чая. Он уезжает на дачу. А, понятно. К себе? Маринки. Вот аж так. Ебать тут народу нахрен. Пошли нахрен медведи, блядь. Я как раз поработаю в избе имена вклеить. Где ты поработаешь в СБ, это как понять?
Все, я понял, понял. То есть завтра. Бля, чё так мобов мало, ужас, бегать замучаешься. У меня, кстати, эта картинка не тормозит, не лагает. Читай быстрее, ботяра. Ну, он как говорит, так он как он читает, так я отвечаю. Это просто задержка, наверное. Задержка в минуту. Да. О, блин. Блин, это настраивать надо, неохота. Картинка нет, бот, да. Да бот на бота мне срать на это. Ладно, чтобы картинка нормальная была. Блять, сука. Ёбаный бот, за нахуй, ёб, гандоны. Как тебе нравится оформление? Где зрители все? Где ты один? Оформление нормально тут по бокам сделал? Или отстой? Там еще подделаю мальца. Ноль на донатили, да я с мобилы, мне не видно. Да, да, 30 рубасов. Но там половину я сам себе для проверки пробовал, а так из настоящего кто донил, не из левых. 1 рубль. 1 ре. Круто. Я донатил тоже. Ну, куда уж без тебя, конечно. Успех. А ты ничего не заметил еще в игре? Автолут сделали, короче. Поднимать не надо деньги. Только... Запускай стрим с комментами Россия, Хорватия. Завтра что ли? Да нафига, если будут по телеку показывать? Уткин за стрим 25 поднял. Уткин. Да он за свою морду столько получил, наверное, так. Он с Шацем вместе комментил.
Совсем casual стала линяга. Бля, еще 60 мобов надо убить, это же жопа. Вернее, темов. Значит, больше мобов. Скоро можно запустить, нажать кнопку и лечь спать. А кто бить будет? О, блядь. Бахнул что-то мне. Моб мой, блядь, куда ты лезешь? Бот за тебя, автолут уже сделали, это следующий шаг будет. Ну тут, кстати, можно бы уже. Блин, как сказать. Повторение процесса сделать уже самому. Типа пишешь макрос. Там. Блять. Ну вот типа делаешь макрос там, хуй знает, сохранить. Блять, сейчас. Например, вот так, вот так, вот так, хуяк, хуяк. Ой, он сам. Опа, видал? Блин, ну только неправильно. О, смотри, я ничего не жму. Фига. Это, короче, пишешь таргет. Кстати, да. Материться нельзя. Мне можно. Смотри, сейчас сделаем. Точняк. Мое сообщение на модерацию отправили предыдущие. Матершинник, ёп. Опаньки. И чё, блядь, не бежит? Мусора. Рожица со слезами от радости.
ла-ла-ла-ла, са-ла-ла-ла, ра-ла-ла-ла-ла. Рожица со слезами от радости, рожица со слезами от радости, рожица со слезами от радости. Вот не смог прочитать, рожица со слезами от радости, рожица со слезами от радости, рожица со слезами от радости, рожица со слезами от радости. Все, заткнулся. Мягкий знак, 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 мя-мя. Вали пыка.
шучу. Все новости я уже знаю. Во имя победы свет. Мы обязательно победим. Здравствуйте. Твердый знак собака, 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 твердый знак. Неплохо рожится со слезами от радости. Надо же, посетитель! Чем я могу вам помочь? Рожица со слезами от радости, 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 рожица со слезами от радости. Рожица со слезами от радости, рожица со слезами от радости, рожица со слезами от радости. Ща футбол будет. Лал. ПК то мощный. Не погриндить тебе. Чего молчишь, то, как в футбол, так джойстики летают. Желаю удачного путешествия. Ха-ха-ха-ха.
сильная и мудрая раса. Так трудно хранить секреты. Люди – это сильная и мудрая раса. Рад встрече. Футбол через 10 минут. Алёша.
банки он не поднимает. Я пошел смотреть.
появилась перевернутая руна Эйвас. Судя по всему, это имеет отношение к Эмбрио. Скорее отнесите находку в Аден и покажите Петру. Люди — это сильная и мудрая раса. Так трудно хранить секреты. Доверьтесь мне, я не подведу. Я сохраню ваши вещи в целости и сохранности. Покажет вам верный путь.
покровительство богов. Да пребудет с вами покровительство богов. Покажет вам верный путь. Да пребудет с вами покровительство богов. Свет укажет вам верный путь. В болоте криков неподалеку от руны замечены странные существа. Найдите начальника стражи Матиаса в руне и узнайте подробности. Что-то случилось? Что-то случилось? Отстаньте вы от меня, наконец. Похоже, вам здорово досталось от монстров. Похоже, вам здорово досталось от монстров.
Хотите сразиться со мной? Деревня в безопасности.